Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и многом другом. Сегодня поговорим о третьем варианте, как можно поставить свои токены DVPN от компании Sentinel в мобильном приложении на Android Cosmos Stations. Итак, после того, как мы скачали, установили, импортировали наш кошелек, на главном экране мы можем наблюдать кнопку Delegate. Здесь первая вкладка, мы видим все активные наши делегации, стейки, которые мы сделали. Вторая вкладка, видно топ валидаторов, которым мы можем делегировать свои токены. Например, выберу Cosmos Stations. И здесь мы видим кнопку «Я уже сделал делегацию, стейк положил, но сделаю еще, у вас разницы там не будет». И нажимаю «Delegation». Пишем количество, которое мы хотим сделать. Например, я поставлю 80 токенов. И нажимаем «Next». Мемо не обязательно, переходим к третьему пункту. Здесь мы настраиваем комиссию, газ, медленно, средний или очень быстро. Нажимаем «Далее». Подтверждаем, видим, сколько мы хотим делегировать, стоимость газа, и подтверждаем транзакцию. Теперь нам необходимо ввести пин-код, который мы создавали, и видим, что транзакция прошла успешно. Сколько мы делегировали, адрес делегатора, адрес валидатора и количество токенов, которые мы отправили. Для того, чтобы вывести наши токены, переходим обратно в раздел Delegations, в моей делегации, и выбираем, например, или в самом низу мы можем наблюдать уже общее количество нашей награды, которую мы уже добыли. Нажимаем Claim Our Rewards. Смотрим, какое количество мы можем вывести. В моем случае 0.02 DVPN. И нажимаем Next. Обратно подтверждаем газ. Подтверждаем транзакцию. Вводим свой пин-код, который нас попросили сделать. И получаем свою награду. Все как видим, статус успех. Переходим на главный экран. Все. Здесь, так же как и в десктопной версии, и в расширении Kepler, все токены, которые мы делегировали, заблокированы на 21 с плюсом дней. После чего мы сможем уже вывести все наши токены, чтобы они были ликвидны. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.